Крупное ДТП с участием автобуса произошло на северо-востоке Турции, близ города Гирисун. Пострадали свыше 30 человек, причем большинство из них – это дети. Автобус, перевозивший детский танцевальный ансамбль из Грузии в Болгарию, перевернулся в ночь на воскресенье. Словом, водителя авария произошла из-за другой машины, выехавшей на встречную полосу. А детали случившегося и точные причины инцидента сейчас выясняют.